сейчас Дима. Димус. Все, кто найдите. Бля, вот урод, все нахер. Вот кик, тварь вонючая. Уебал меня вообще прям специально. Ждал, блин, разогнался напрямую в повороте, меня уебал. Че он там пишет, кто? Где он? Все, он вышел, что ли? Кто-кто? Какой ник? Димувс. Где он? Куда он делся-то? Дремнал? Димувс. Какой нахуй? Не, да, вот Димувс. Инишил Димувс, он в конце, он едет. А, в ко... а, он на круг отстает, бля, я думал, передо мной финишировал, он на круг отстает, скотина. Диман, вот кик. Ну, все равно бальчик мне, 28. Ну, плюс 12 по-прежнему. Придурок, че он, блин? Куда смотрит модератор? Просто баги, баги, баги. Балансная игра. Тут еще есть киллер DS. Что-то никто на нем не ездит, я смотрю. А тот, кто ездит, последний. Блин, а зачем опять Illumination? Я бы выбрал. Ну, я финально. Крайне. Финальная карта. О, писюн. На опять. Я же просил не выбирать его. Мы так не поняли, как называется. Ща, блин, тогда раз финальное надо сейчас выбрать. А мне нету нихера выбрать. А есть. Подождите. Что ты хочешь, автобус взять? Нет, не то, блин. Да, мне дело в том, что у меня, по-моему, даже Родслейер крепче, чем этот. Да, он у меня даже прочнее, чем Магдиб. Ты хочешь кого? Initial D? Да, уроды этого. Ну меня кикнут, скорее всего, как всегда. Админ увидит, что я толкаюсь, и меня кикнут. Хотя это он. Ты его, ты посмотри так, чтобы никто не видел. Пока судья не видит. Да. Скотина. Тут все, два админа всего. Он Сумо и этот. Сумо никого не кикает, я уверен. А той, он, мне кажется, ему вообще все равно. Да, может. Так что можно пихать Тоя. Здесь не получится просто так вот прям, как я тогда того по встречке, тогда мне точно тут 5 звезд дадут сразу. 5 звезд. Позвони Лестеру. Да. Я Женя скинул, как меня немец уебал, и где-то там А-классе реализм. Я потом две гонки еще играл, меня постоянно разъебывали, я даже не мог к нему прикоснуться, просто потому что там реализм, и там все толкаются. А потом я вышел, включил там что-то, позанимался своими делами, и потом решил, мне надо зайти. Обратно запустил Рекфест, обратно нашел этот сервак, он все еще там был. И в первой же гонке я его уебал, насмерть его вышел. А немцы его, друзья, там наехали, типа, что я плохой такой. А он прям чисто меня уебал, блин, специально. Когда я первым ехал. Ну и других также он потом начал. Ну что, на Мальдиве взял? Ну я пока ничего не делаю, я чисто весом пока своим беру. Не, никого пока. Ну если он попадется на вид, тогда уебу, а так не буду сами. Все, Лёхи прям хейт, хейт. Ну раз последняя гонка, я не знаю. Может, хотел Мадигера на один разок взять. Сзади тут, кстати, Мэджи Хани будет толкаться тоже аккуратнее. А не знаю, будет ли у меня толкать. Игорь первый едет, что творится? Нифига себе, вот это времена. Скриншотик делай, Лёх. Да, да. Тут легко обгоняет. Жак тут уже, как тут. Ой, там сзади кого-то задепейсили. Initial D вливнул. А, это, видимо, его кто-то задепейсил. Ну все, отлично. Спасибо. Так, что за урод опять? Вот кто это, блин? Лизчкут 0.20 какой-то. Ну понятно, это просто не умеет тормозить. Хрена, чувак, там плохо хп потерял. Вау, слушай, а у Мадигера открывалась эта дверца багажника раньше, я что-то. Не знаю. Она прям прикольно же так открывается, она петли внизу, а не наверху, то есть она вот так вот, понятно, да? Открывается. Разгоняешься, и она вниз так падает. Как у Land Rover в этот. Блин, Игорь, ты там хочешь врезаться что-нибудь? Вообще классно сделано. Жек хочет. Джека развернули. Слушай, они вообще офигенно сделали эти. Я сам.
слушай, они точно намутили. Жека, ну нельзя так заканчивать это. Надо еще одну карту проехать. Не-не-не, уже это. Ну ультра последнюю, скажи. Не, ультра последнюю не могу. Ультра последняя вот это была? Игорь, развернись, пожалуйста. Нет. Игорь, остановись на секундочку. Ну тебя на повороте расстановился. Не вижу тебя, Игорь. Я еще врезался до этого. О, Мэджик Хани. Можно его убрать. Аккуратнее. Стой, стой, стой у меня тут, я его контролирую. Он смотрит только на меня. Да, Сумо тоже вторым едет. Блять, это еще другие, это столько даунов появилось. Капот когда-нибудь оторвется уже, мешает то ли? Да, у меня багажник, мне интересно, может оторваться. Не, они реально его сделали, потому что прям глаза бросаются, как она... Бл-бл-бл. О, слышь, ла-лада, чё это было? Блин, жалко, мне на низком разрешении записываться. Наподобие лага, вот то, что... Бля. Вот этот чувак, который... Рокфест с лодки делает на видео. А, ну и у меня тоже было, когда кто-нибудь врезается и... Потом просто как будто пролагивает, на бочине может там разогнаться. Или еще что-то в этом духе. Ой, ну это хороший круг должен быть. Игорь. Чего? Время. 0.08. Не, выиграет тут все нормально. Охренеть, Игорь. Ну блин, он шестым едет. Ну все, Игорь тебе, да, официально. Золотая лига. Ну я восьмой, подождите, сейчас Игорь развернется. Не каркай, пожалуйста. Помнишь, Игорь, какая-то карта была, где я также и топ-тайм имел, и ехал впереди, потом в куст и испортил. Такая каждая вторая была. Это да. Рекинг ассист. Не знаю уж, кого я там задеписал, я вроде не Игорь, все, какой-то... пора улетать с карты, Игорь. Не, Диман, извини. Ну пожалуйста, Игорь. Игорь, притормози. Блин, а как? Забыл. Список. Ну, притормози, лучше дальше. Еще. Я не успею даже сделать. А, ну, там. Ого, 3 DNF уже. Как, Игорь? 0.8, как был, так остал. Так. 0.8 сколько? 600. 0.9, все. Плюс 14. Переносится на следующий год. Так, 30. В смысле, следующий? Ну очки ваши. Какой? Думаю, у нас еще до 30-го. Видишь, 30. До 30-го. Че, может ультра финально? Прям ультра, не, ультра! Не, так играйте, че, не, я уже все, я пас. Че, Игорь, давай ультра финально или плюс 16? Давайте. Пойдем сырье повозим. Ну, повозим сейчас. А че ты? Хотя нет, недолго, Диман. Сырье недолго. Недолго, а, нет, сырье, уже, да, нет, уже. Уже нет, Диман. Че, уже без сырья сегодня? Да, 11 шофер. Да давай, две гоночки, я делаю до плюс 10. Одну. Нет, две. Если я... Одну, ультрафинал. Плюс 2, нет. Если я делаю минус 2, то мы еще играем. Ну, чтобы было плюс, минус 10. Ну да, плюс да, 10. Давай. Понимаешь, без Жека не получится уже минус 2 мне сделать. Нормально, нормально. А при чем тут Жека-то? Ну вот когда он есть, у меня иногда получается. И ты можешь теперь первым приехать. Так, мне нравится двоечка. Вот чё, какая разница между первым и третьим? Маршрут внешний. Это внешний маршрут, это свободный маршрут. Это, кстати, это офигенная карта, которая сейчас будет. Это вообще классная карта. Так, оставайся, жаль. Да, да, там два, да, 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 мне это супер карта вообще. Это какой-то писюн! Что это такое? Это прикольно, да, 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 мне тоже нравится. Она очень крутая, да, и, ну, к сожалению, давай. Ты остаёшься. Не-не, всё, я... Я остаюсь. Бенефис. Как там? Пресс F, просто F. F. Ладно, спасибо вам за игру. Видосы на Hellride особенно ржачные. Контент есть? Контент вообще просто шикарный. Вообще накоплено надолго. Да, да. Запасы на зимние эти. В случае быстрой необходимости Жек загрузит. Да. Давайте, все, счастливо. Пока. Все, Женька, счастливо, спасибо тебе за игру, пока. Давайте, пока. Так, а как тут ехать-то? Не знаю.